Бабы любят чукчи кучерявы, все до бабки до кудри. Как увидят чукчи кучерявы, замурлычат ласково игри. Чукчик, чукчик, чукчик кучерявы, а ты не вейся на ветру. Автоном, карман ты мой дырявый, а ты не нравишься. Не нравишься вору. Вот, поэтому пляж там был, с правой стороны, туда вот. Недалеко от Лонжерона. Вот, но на территории портовой. Он закрытый был, он специфический такой был, небольшой. Нет. Вот, здесь никакого пляжа не было, было да. А потом начали строить дорогу, отсыпают опять грунт, все там строят. Мол, начинают в конце 19 века. И в начале 20-го появляется эта дорога. Все, засыпали. Вуаля, получилось у нас лестница, короче, на 8 ступенек. А знаете, что интересно? Интересно то, что как инженерная конструкция, наша лестница – это мост. Это 100% девятиарочный мост с тремя продольными коридорами, который стоял на деревянных быках очень много. Вот как раз, когда ее реставрировали 2 года назад, 80% всех подпорок сгнили на 100%. То есть она стояла на 20% полусгнивших деревянных подпорок, полностью вся заливаемая под грунтовыми водами изнутри. Она же закрыта была в 29-30-х годах, 1900, со всех сторон. Вот деревья по краям повырастали, которые корневой системой ее держали. Деревьев здесь не должно было быть никогда. Если бы их не было, лестница уже упала. Она падала, она буквально не то, что там она могла бы упасть, она падала уже, потому ее и начали здесь реконструировать вместе с дворцом, там все подбили к единому знаменателю. Но, как вы помните, когда у нас сколько ненависти было?
годы, 18-й год, период гражданской войны, оккупация Одессы австро-венгерскими войсками. Ходят тут такие туда-сюда. Я не знаю, что это.